Сегодня у Гомельской областной библиотеки имени Ленина стартовал тыдень французской культуры. Его открыл кулинарный понеделок. Авторок будет музычным. У библиотеки соберутся аматоры французского кино и саундтреков. На середу запланировано интеллектуальное споборництво сярод школьников за звание лепших знавцев культуры и истории Франции. Презентация «Самые известные французы мира» и 11 нот французского шарма. Мы предлагаем эти презентации нашим читателям в четверг. Это будет видеоряд с текстовым сопровождением, ну и фотовыставка с интересным рассказом о Жорж Санд завершит французскую неделю в пятницу. Дни замежной культуры протягнутся. На май запланованы итальянский тыдень, на червень – шведский. У осень по традиции проводить дни немецкой и американской культур.